Кот лежит на полу и думает: опять гуся приперла домой. Да, котик? Котик. Да. А эта гусенька бедненькая спряталась мне тут в пальто. Мой хороший. Да ладно, ты не смущайся. Моя девочка. Девочку зовут Горошинка. Вот у нее такая горошинка на спине есть. Ой, эта девочка не ест ничего. Да, Горошинка? Ей сколько? 3 месяца, наверное. Все едят ее, братья и сестры. Она стоит и смотрит, как голодная. Потому что она голодная. На той неделе один такой же у меня был, теперь снова. И вся проблема в том, что они что-то съедают, какую-то дрянь. Не будем дожидаться, пока она сдохнет. Мы ее сейчас напоим вазелиновым маслом. Вот такое вазелиновое масло я купила совсем для другого животного, для собаки. Когда собака съела пакетик, маленький щеночек. И сейчас я своей гусыне залью, ну вот один шприц. Два, вернее, шприца залью ей и посмотрю завтра, как она будет себя чувствовать. Если она не будет есть опять, я как и с прошлым гусем поступлю так же. Я ей залью 4 шприца, да, моя хорошая? Да, и тогда у нее желудок прочистится, и она будет кушать. Это уже не первый опыт, так что придется, хочешь не хочешь, придется это делать. Так что будем лечить.